Ребята, всем привет! Вот и дождались первой утечки, которая указывает на те устройства, которые получат MIUI 11, а также в каких волнах они окажутся. Сразу пару уточнений. Список касается китайской прошивки, поэтому названия для глобальной будут отличаться. И пока что не стоит воспринимать этот список как 100% информацию, ведь указано, что оно будет в процессе меняться. А перед тем, как мы перейдем дальше, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик для своевременных оповещений о новых видео на канале. Что сразу интересно, сделали раздел, в котором написано, какие процессоры получат обновление до новой версии MIUI. Список будет у вас на экранах. Но от себя добавлю, что тут не указан Snapdragon 636, хоть он и должен получить обязательно прошивку, а также такие процессоры, как Snapdragon 450 и 435. Но с большей степенью вероятности информация по всем остальным процессорам является правдивой. Что касается телефонов, то тут все немного посложнее, ведь некоторые не написали, а некоторые написали, но при этом не упомянули их процессор. Напомню, список для китайской прошивки, потому тут вы не найдете Redmi Note 6 Pro и Poco F1. Что же касается всех остальных телефонов, то волны будут выглядеть следующим образом. Первая волна, как по мне, без всяких сюрпризов, хотя я бы мог бы еще сюда добавить Mi Mix 3 с поддержкой 5G сетей. Вторая же волна тоже без всяких сюрпризов, но если это было бы для глобальной прошивки, Note 6 Pro тут мы бы все бы увидели. И наконец третья волна, но тут есть два вопроса. Почему нет Redmi 5 и Redmi 4X? Кстати, сюда еще можно отметить отсутствие 6 линейки Redmi и 7 линейки Redmi. Но учитывая тот факт, что указано к этому списку, что информация будет пополняться в дальнейшем, будем надеяться на расширение списка поддерживаемых телефонов. Ну а в целом на сегодня такой расклад по будущему обновлению MIUI 11. В комментариях напишите, нашли ли вы свое устройство в этих списках и в какую предварительную волну попадаете. Всю самую свежую и актуальную информацию вы всегда сможете найти в нашей группе ВКонтакте. Живое общение, помощь по различным вопросам и новости из мира IT – все это находится там. Переходите и подписывайтесь, ссылка в описании. Поддержите это видео лайком, если оно для вас было полезным и интересным, а также не забывайте о наших социальных сетях, ссылки будут в описании. Сегодня с вами был Илья, и всем до новых встреч!